Это толстовка на молнии. Слушай, вот какая классная толстовка. Вот девчонкам все хорошее. Нет бы про парней подумать. 990 рублей, 1900 выгода, скидка часа работает. Толстовка на молнии очень красивая. Володь, ты удивишься, наверное. Так. Ты будешь потрясен, восхищен и смят, потому что это у нас толстовка унисекс. Фантастическая толстовка из хлопочка. То есть для парня можно носить? Да, и мы сейчас это все покажем. Какая у нас шикарная Аня. Она собралась то ли на дачу, то ли в лес гулять, то ли на набережную. Слушай, я могу примерить? А вот сейчас мы тебя нарядим. У нас два цвета. Наконец-то. Серый меланж с просрочечкой других оттенков. И, конечно же, мы сейчас Володю нарядим вот в этот синий. Девчонки, что это значит? Значит, что мы берем для себя, берем для своего мужа. И как сладкая парочка, в одном да не в одинаковом, наша мечта. Поэтому давай-ка, пожалуйста, выходи к нашей Анюте и бегом на дачу поехали. Такие красотки. Ну, пойдем дефилировать. Наконец-то мой звездный час наступил. Итак, команда Ани и Володи, мы так будем называться, правда? И мы направляемся на электричку за город, друзья. Ну, рассказывайте, как мы выглядим. А вы потрясающе выглядите, потому что, я тебе скажу, Анечке это, конечно, идет больше, потому что Анечка у нас вообще богиня и красотка. Но ты у меня молодец, не подкачал. Сейчас я до вас дойду и покажу, как это все сделано. Девочки, помню. Вот давай, подожди, пока Наташа идет, давай сейчас решим, вот кто красивее, вот ты и в этой толстовке или я в этой толстовке? Или я в летучей мыши. Наташа, поэтому да. Смотрим, конечно, на ребят, восхищаемся. Унисекс-толстовка – это просто фантастика. Когда такое было? И на Володе потрясающе смотрится, и на Анечке. И самое главное, что это для комфорта, для удобства. Это то, что мы надеваем хоть на голое тело, хоть на топик на какой-то, хоть на вот такую рубашечку пола, как у нашего Володи. Топичек у нас, который сейчас на Ане посмотрим. Это тот самый из нашего сегодняшнего эфира. Открыли, посмотрели. Вот он. Прямо будет очень красиво. Смотрите, светло-серое сочетание. И очень-очень красивый такой вот голубенький. Посмотрите на кармашки. Сразу смотрим детали. Кармашки у нас самые настоящие. Можно много чего положить. Все очень удобно. Конечно, смотрим на молнию. Молния тоже отличного качества. Анют, давай я тебя застегну, чтобы тебе не отвлекаться. Ты грудь вперед, главное. Это самая важная задача женщины. И, естественно, смотрим с вами на вот эту оторочку. Кантик. У нас контрастный кантик. Если в сером варианте кантик у нас темно-синий, то вот как у Володи в темно-синем варианте кантик напротив, серый. Поэтому я рекомендую, берите себе и серую, и темно-синюю толстовочку, и мужу своему. Конечно, выбираем размеры. Себе берем поменьше, а мужу своему, естественно, побольше. А мне вот так ты будешь делать новое решение? Ну, смотри, тебе завязка. Так делать не буду, потому что тебе так не получится. Спасибо, да. Обратили внимание на мое богатство, как говорится. Друзья, продолжаю рассказывать. Наташа, я возвращаюсь для того, чтобы всем сообщить о том, что стоимость этой толстовки всего, друзья, обратите внимание, всего 990 рублей. Это очень крутое предложение. Звоните, покупайте. Наташа, продолжай. Смотрим сейчас на нашу Анечку. Мы убеждаемся, что это кардиганчик у нас на все случаи жизни. Это толстовка, я все время называю кардиганчик, потому что, когда видишь его на женщине, понимаешь, что это не просто спортивка какая-то, а на самом деле casual, совершенно фантастическая кофточка. Вот она как сделала красивые ручки. Это ли не женственно? Конечно, женственно. Поэтому из спорте образа мы сделали casual, гуляльную такую вещь. Посмотрите, какие рукавчики. Могут быть длинные, а могут быть вот такие коротенькие. Если прохладно, опустили рукавчики. Если тепло, засучили рукавчики. У нас же хлопок. Хлопок идеально к любой погоде. И согреет, и жарко не будет. Конечно, смотрим длину. У Анечки 50-й размер. Нам попу закрывает этот наш толстовочка. Я помню, что это называется не кардиганчик. Ну, знаете, как хотите. Главное, что это и в пир, и в мир, и в добрые люди. В лес пойти, пожалуйста. На дачу поехать, пожалуйста. Гулять пойти с детьми. Прекрасно. Добавили аксессуары. Вот они. И у нас получился очень женственный, романтичный даже образ, Володь. Друзья, ну что, я женственный образ для девушек, соответственно, и мужественный для мужчин. Я вам скажу, это действительно классно, красиво. Своим парням берите вот такие толстовочки, я рекомендую синенькую брать. Если девчонки хотите, берите обязательно серую. В общем, это очень практичная вещь. Главное, что цена 990 рублей. Были вы в этих спортивных магазинах, вы видели, сколько там стоят эти толстовки. У нас цена уникальная. И 25 секунд остается в рамках скидки часа. Оплата при получении, все пощупайте, до вас это доберется. Размер есть и на женщин, и на мужчин. Напоминаю, что это унисекс вариант. Очень классно смотрится. Слушай, черные вот эти варианты очень здорово выглядят. Черные и белые, вот как кантики. Вот это, да. Да, кантик — это очень декоративный элемент, потому что мы не любим скучно. Мы даже хотим, чтобы базовые вещи, та, которая в лес пойти, все равно была веселая. Итак, да? 3, 2, 1, поздравляем тех, кто стал счастливым обладателем этой